Приветики, господа, сегодня буду играть в игрушку Фрайден энд Франклин. Да вот, кажись. И не надо быть промахом. Не надо быть промахом, так что выбираем Мура. Я очень боюсь, чтобы запись не прекратилась. Я очень сильно этого боялась. Я это показывала на книге, бла-бла-бла-бла, я видела это в оригинале, видела... Слушаем, что они тут рассказывают. Там, кстати, Гарселла. Еще есть Шериф, который спасал этот мир и не спас эту ведьму. Господа, эта ведьма на меня бесит очень сильно. Потому что здесь запись прекращается. Она, наверное, наколдовала меня, чтобы запись. И она ржет. Я боюсь делать, потому что она может заколдовать мою камеру. Или что-то вроде, пожалуйста, не колдуй эту камеру. Пожалуйста, я тебя не снимаю. Она какие-то сказочки. Мои зрители тебя не видят. А если ее сделать плоховато, чтобы всем было плохо. Главное, на ней вообще ничего не говорит. Ну что ж, погнали к второму клипу. Господа, наконец-то второй клип. И какая-то музыка играет. Непонятная. Я делала по темноте, потому что это ж ведьма. А Хэллоуин не скоро. Она что-то там читает книжку. Она умная читает. Я надеюсь, что... я ее не разозлила. Когда я ее достаточно разозлила, то она недостаточно памяти мне сделает. Какие-то заклинания с ней читает. Не читать книги. Наконец-то перейдем к третьему клипу. Закрывайся. Запись идет. Это уже третий клип, а уже четвертый будет какой-то опасный клип. О, светятся трупы. Блин, диалог. Как же я ненавижу эти диалоги. Я люблю диалоги. Ожидать может эта ведьмочка, очень красавочка. Та-т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 а. Она просто так специально так и строила все, чтобы я ее просто... А можно как-то победить в этом челлендже? А можно? Почти догнала ее. Та-та-та-та-та. Главное ее не злить.
я уже потерял. Пожалуйста, пожалуйста, пожарись. Я ей не говорю все. У нее глаз светится от злости. Нас нотируют это видео или нет, или не повезет. Наконец-то. И ладно. Будет здесь четвертый клип, как мне кажется. Четвертый клип будет здесь. Что это? Не заколдуй мне камеру, пожалуйста. А, она говорит бип. Она что-то тут все за... Она еще здесь Нане воскресила. Смотрите, Нане воскресила и Гарселу. Я этих только двоих знаю, а этих всех не знаю. Они у нас появлялись вот, в серии Friday Night Funkin' плейлиста. Не появлялись. И голова не видно герфренда. А теперь видно. Офигеть, ё-моё, это дочь тамбура. Наколдовала. Пожалуйста, не убивай меня. О, призраки. Тут есть призраки даже. Вот так. Смотрите, один из глаз. Girlfriend заплакала. Непонятно, он заплакал. Пожалуйста, бойфренд Энджи. Наконец-то я ее победила. Да. Да, Мура, да. Так тебе зовут, всех воскресила. Теперь мне надо их догонять. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь этим роликом с друзьями. Ну всем пока.